Сегодня у православных Великий понедельник, первый день Страстной недели Великого поста. Верующие стараются провести эту неделю в строжайшем воздержании и усердной молитве. Продолжают держать пост, разрешены хлеб, овощи и фрукты. Слово «страсти» на церковнославянском означает «испытание и страдание». Поэтому Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Также в этот праздничный день проводят уборку дома. Следует отказаться от ненужного, починить все, что сломано, очистить свои помыслы без сожаления. У православных светлое Христово воскресенье в 2023 году приходится на 16 апреля. Считается, что это ранняя Пасха.